Приветос, амигос, снова вы, снова я, снова Hardline и глава, которая пятая, по-моему, да, называется «Дело закрыто». Ранее в Hardline. Сейчас посмотрим, что вы тут закрыли без меня. Ранее Hardline. Да мы помним, что там было ранее в Hardline. Ничего особого. Это не... Да, твоя честь. Должен не согласиться с твоей оценкой. Снова это интернациональное совещание в отделе полиции Соединенных Штатов нахрен Америки. Это была благородная Наоми Кушнер. Что мы думаем о судье Кушнер в наших краях? Либеральная наемница. Судья Кушнер не даст мне ордер на некоторых сообщников Нельца. Что, в принципе, нормально. На войне свои правила. Капитан, это на какой? На вьетнамск, что ли? Мы втроем племенной суд. И мне известно о том, что у нас проблемы с некоторыми членами нашего племени. Племенной суд? О, так он тоже в банде. Я знал, что эти два узкоглазых точно вместе. Он не взял деньги. Опачки, котлеточку. Ничего себе. Нормально. Вы меня проверяли? Я должен был знать, можем ли мы доверять тебе. А-а-а. С самого начала твоя напарница твердила мне, что можем. Так это была проверка. Теперь я понимаю. Нельц сказал что-то о сделке со Стоддардом. Да, разумеется. Тогда возвращайтесь в офис Нельца и найдите что-нибудь, что я мог бы забрать в отдел внутренних расследований. Чую я подставу своим мексиканским нюхлом. Подставить хотят гады. 100% они в сговоре. И котлеточку-то вот эту он сейчас себе-то припрячет, я чувствую, туда. На черный день. Бедным это мясо не достанется. Его сожрет мой начальник, но... А я-то думаю, откуда в этом отделе занюханы полиции такие вот тачки? Корветы, шевролеты. Вы уже побывали, криминалисты. В чем дело? Ну, они точно не искали улики против Стоддарда. Ладно, если найдем что-то, сразу же идем к Доузу. А че он сейчас дверью хлопнул? Пердеж выветривал, что ли? Ты веришь Доузу? Да? Арест Стоддарда создаст много проблем для всех. Стоддард по уши в грязных делах. Ты это знаешь, я это знаю. Слушайте, так смешно смотреть, как работает американская полиция, что-то там анализируют постоянно, что-то какие-то этот арест проблемы, этот арест не проблемы. Знаете, как у нас дела закрывают? Вешают все на какого-нибудь пойманного наркомана, да их дело с концом, я вам базарю. Хорошая идея, только будь на связи. Как он держит пистолет перед глазами, так опущенный, чисто как книга. Есть друзья в департаменте. Опа. Возможно. Опа. Грязные копы приглядывают друг за другом. По-моему, здесь до нас побывали агент Малдер и агент Скалли. Надеюсь, не попались никакие улики. А, подождите, так я тут уже воевал в прошлый раз. Мы вернулись, да, на место... Убийца вернулся на место преступления. Дурак, а, надо сканирок теперь, да? Понятно. А, у меня в голове уже как бы это... Уже каша какая-то в этом... В зомби... Сканер, тут сканер, везде сканер. Сканер просто вошел во все игры уже. Скоро ни одна игра не будет обходиться без какого-то сканирования, волшебного взгляда там орлиного, еще какого-нибудь говна. Я небольшой любитель таких игр, где надо что-то сканировать, ходить, какие-то, блин, хренью какой-то ненужной заниматься. Я считаю, что нормальная игра может как раньше быть, без всяких вот этих кто-то вот типа левых наворотов. Недавно. Да, конечно, а в нашем отделе сканер-то только как бы у агента Мексиканоса, или как там, Мендоза. Вообще, Мендоза, да, у него фамилия? Я что-то запарил. По-моему, дело в том, что... Ладно, я разберусь с этим кодом. Да, какая необычная загадка. Вот в Life is Strange только недавно такая была. Мендоза — это фамилия для типичного этого, какого мексиканского наркобарона. Страховой полис Рэми Нельса, дубль первый. Пятница, вечер, 14 августа. Я собираюсь встретиться со Стоддардом. Похоже, следующий шаг. Партнерские отношения выгодные нам обоим. Теперь, я думаю, и... Стоддард. Попался. Прикольно, а в сейфе лежит... Нашел что-то. Я спускаюсь. Диктофон. Почему не хранить эти записи в интернете, на флешке, в облачном диске? Кто-то ни хреново, я смотрю, здесь в игрульке поигрывал на таком экране. Флетскрин, смотрите, колонки объемные. Хотел бы я иметь такой пентхаус, знаете, ну чисто хотя бы вот для записи, потому что, ну, дома записывать как-то иногда атмосфера тупо не позволяет. А так пришел в себе, в свой, на свой чердак, в свои частные апартаменты.
Ари там сколько хочешь. Когда хочешь, чё хочешь. А к тому, что там даже шумоизоляция как бы не нужна, потому что, смотрите, этот чердак, как бы все, кто мог слышать, здесь уже лежат на полу, накрытые желтым одеялом. Главное, каких-то увезли, каких-то не увезли. Здесь эти, как это, трупы увозили-то? Посвежее, короче, оставили, которые уже попахивать начали, тех в первую очередь увезли? Или, может, здесь этот, Топ Гир снимали, где они выбирали пациентов, у которых сколько, сколько времени жизни осталось, наверное, не знаю. Просто реально, почему половину увезли, половину оставить? Че еще-то? Опять что-то надо посканировать? О, кореянку надо отсканировать, она явно наебщица. Нельзя Стоддарт, на пленке. Теперь, когда мы пойдем с ней в отдел внутренних расследований, он не отвертится. Рэми где-то хранил свое бабло. Бьюсь об заклад, Стоддарт его тоже ищет. Взгляни-ка сюда. Сейчас она удар дракона сделает и отберет все и подставит. Какого черта? Фу, даже знать не хочу, что это. Я проверила в сети. Единственное место в Майами, Джонни, где продается это дерьмо, называется «Дом и работа» в торговом центре Палмкорт. Он бы не стал прятать свои бабки там. Вот почему я взяла адрес склада. Стоит прокатиться и взглянуть. Цель достигнута. Встретись с Хай. Совет хочешь? Не входи. Нет. Через парадную. Ух, ни хрена себе, мудрость китайская 2000-летней давности. Появится без меня. Считай, дела плохи. Поняла. Это ж династия Минь, блядь, 25 тысяч лет до нашей эры. Хунь ганьмань, блин. Хочется войти? Не входи в парадную дверь. Из какого КП? Ага, ладно. Только... Так, что тут говорят, есть какие-то бронежилеты. Какие бронежилеты? Я не вижу никакие бронежилеты. Дубинку вот могу поменять. О, на складную, как у Эйдена Пирса была. Так, арбалет. Канат, крюк. О! Бронированная вставка. Ну, не знаю, на какой... О, нифига, респиратор. И это медпакет, боеприпасы. И это все для прохождения? А, гаджет. Ой, я буду как боец Гиган из контры, знаете, в бронике и в противогазе. Ну, помните, в контре такой есть чувак. Канат, крюк. А чё, в чем разница между канатом и крюком? Давай крюк возьмем, хер с ним. Так, вот это на говнище помимо. П-90. О, это что за автомат Томпсона? Это ж вообще, из какого музея его украли? А это что еще за хрень? У нее, по-моему, это половинка автомата какого-то, у которого ствол куда-то отвалился. АКМ, смотрите, какие. Какие тут стволы прям. Все разнообразие, все, что в мире придумали. Правда, последние вот несколько, по-моему, одинаковых. Вот это и вот это. Но они как-то мало чем отличаются, по-моему. Хотя, если присмотреться, то не так уж и много здесь пушек. Так, из чего я еще не стрелял? О, нет, спасибо, только не это. Только не этот кал. Будь на связи. Дождите-ка. Вот, нашел таки в этом чемодане, наконец-то эти, где менять всякие примочки, короче, на пушках. Вот на это еще не прокачано, но хотя бы цвет перекрасил. Вот здесь, кстати, ураганчик такой начинается. Но небо, правда, здесь при всей великолепности наземной графики, небо тут, конечно, хуже, чем в Rage было, по-моему. А в Rage была точно такая же статичная картинка. Здесь, по-моему, чуть-чуть двигается. Но там хотя бы сама фотка была более качественная, что ли. Так, что еще? Куда идем? А, ну так вот, по поводу того, что кореянка, скорее всего, сейчас меня предаст. Вот. Пердаст. Это все потому, что главный герой не кинул ей проверочную палку. После проверочной палки было понятно. Как она, действительно ли она за меня или против меня. Опа. Там я вижу, уже первый враг появился. Глушителя на пушку пока нету. А, он за стенкой. Уже тут все заперто. Фу ты, блин. Проверь крышу. Да ё-моё. Ага, отличная идея. Бу. Я не услышу гильзу. Добавляем отметки, что не очень, конечно, интересно. Фу.
Я тут подумал, арест, когда он выпрыгивает и тычет всем ксивы и кричит полиции, он как-то не всегда срабатывает, кривовато. Я думаю, надо попробовать кричать ФБР, мать твою! Полно охраны. На ФБР в Америке как-то лучше реагирует. Мендоза, помнишь, что сказал Доус? Не Опа. Стоит читать этим парням их права. Идет. Кто-то идет. Кинем ему мелочушки. Вообще, зачем гильз кидать? Кидал бы мелочь. Я уверен, на деньги они быстрее бы подходили. Чпок такой ударчик такой сим. От, сука, глазастая. Узрел меня все-таки. Ну, в жопу. Манала. Краса тут 20 лет. На какой хрен-то надо, если можно всех перемочить и так пройти. Нет, перемочить здесь нельзя. Странно, я вообще одел бронежилет, но, видимо, бронежилет такой. Как бы, не знаю, детский, наверное, из магазина «Детский мир» бронежилет. А от пластмассовых пулек защищает, а больше ничего. Я, конечно, все понимаю, что, типа, надо по стелсу, все дела, но, блядь, он так долго арестовывает, так долго надевает наручники, это просто беда, бля, вообще, мне надоело просто, блядь, смотреть на его эти процедуры задержания. Просто уныние. Посмотри, волхак какой просто, не, ну реально волхак. Попробую сверху теперь зайти. Не, в сетевой игре, если реализованы все эти крюки, канаты, тросы, то очень может и прикольно штурмовать. Всяко круче. Отстреливать мобов в Payday. Это уснул, что ли? Так, ну и чего дальше? Куда? Вижу два здания. Вовремя развернулись. Полно охраны. Мендоза, помнишь, что сказал Доус? Не стоит читать этим парням их права. Похоже, тут все заперто. Если Доус такой умный, пусть сам идет, мастер-класс покажет. Ага, отличная идея. И тревога здесь, вижу, висит. Мой сканер, к сожалению, только сканировать может, он ничего не отключает на расстоянии. Был бы главный герой Эйден Пирс, он бы вырубил эти камеры смартфоном. Смотри, какой у него маршрут, фуру обходит еще. Че, под низ не глянул, интересно. Ага, выключалка вообще в другом конце. Отстой. Я думал, он свою гильзу подальше бросит. Придется подманивать. Господи, как интересно все это вообще. Как бы безумно интересный стелс, конечно, просто вообще огонь. Обожаю стелсы. Я не понимаю, ладно играть в него, но кому интересно смотреть на стелс? Здесь ничего. Чем стоит? Слышал что? Нужно осмотреть. Стоять! Из места! Да. Такой Мэнни Пакьяо просто. Почему он не выстрелил просто на реакцию чисто? Сейчас следующую цыпленка приманим. Он сверху спрыгнет, интересно, или заочкует? Пошел нахер. Просто, блядь, ждать, пока ты спустишься, да блядь, ненавижу нахуй стелс. У меня нет столько терпения, чтобы играть от говна. Сейчас он, блядь, подойдет. Подожди, пока он уйдет нахер. Потом еще подожди. Мне кажется, стелсы любят кустодрочеры, которые в танках играют. Им какая разница, где кустодрочничать? Там или здесь с ботами. Игра прикольная, если по стелсу. Да говно, блядь, если вот по стелсу проходить наоборот, игра говно, блин, полная.
махать значком, блин, бить сзади в челюсть, подкрадываться. Да пошел нахуй. Еще врагов тут, походу, бесконечное количество какое-то. Смотри, их только на крышу поднялось уже 50 человек, по-моему. Ну давай. Первый. Второй. Мне бы в этой игре пригодилась снайперка какая-нибудь. Внизу еще толпа. О, так они. Еще и с калашиками, ты посмотри. Ну, с чем еще могут быть, по мнению америкосов, вооружены бандиты? Только не пойму, откуда у них газовые гранаты. Но это, видимо, чтобы дать ботам шанс какой-то в перестрелке. Все. Паркур. Когда вот мы и в домике. Блестяще. Он обязательно что-нибудь ляпнет. Парни, меня плевать. А тут как ни в чем не бывало, как будто стрельбы снаружи не было. Все, что я хочу знать, это кто из вас трогал деньги Нэнси. Он обещал нам эти деньги, придурок! Да ладно. Со вчерашнего дня я ваш новый босс. Вы понимаете, что это значит? Что бы ты сказал, если бы нарисовался какой-то кретин и начал все присваивать себе? Я бы сказал, давай поговорим об этом. Ну так, давай, а? Не ведись на это, сейчас он тебя завалит же. Дураку ж понятно, что тот что-то задумал. Он увел нескольких людей вниз. Нет? Так, давай за ним. Эксперт 6 уровня, ну конечно. Я Клинт Иствуд уже 80 уровня, столько народ завалил. О, открыто новые снайперские винтовки. Только сказал, смотри. Мысли материальны. Вообще не похож на Нельса. Он ставил этот голос неделю. Дня за три он уже говорил, как этот Джеймс Мейс. Что это было? Все нормально, крысы пробежали. Узбогойтесь. Че, у меня на калашмат патроны есть? Есть. Показалось! Не, не показалось. Вот там. Какого черта? Какая-то ебанина неведомая, пацаны, там творится. Вон там он. И что теперь? И идем дальше. Ой, классно, всю жизнь бы в такой стелс играл. Откуда это? Я сейчас все патроны тут раскидаю, стрелять будет нечем. Что? А здесь какой-то самый шаристый чувак, он чем-то не оборачивается. А я уже думал, ты сломанный какой-то чувак. Куда идти-то надо вообще? Они, конечно, тупые, но долго-то они на это вестись не будут, я так подозреваю. О, я сейф какой-то нашел. Или сортир. Что это было? Что это было, мать его? Хер его знает. А у этого калашников какой-то необычный в руках. Странно. Мне некогда забирать его оружие, мне надо по стелсу идти. О как, вот оно, лучшее оружие вора. Смотрите, как по стелсу гвоздодером замки курочить. Тише, чем шептун монашки прям. То есть мне, когда играю, шуметь нельзя, зато как какая-нибудь катсценка, так можно гвоздодером размахивать. Вот урод, блин. О. Ништяк вообще. Чё это такое? Б, чувак. Бам, в челюсть. И к зубному. О, конопельку выращиваем. Ай-яй-яй. А, Вася, шо ж ты раньше не сказал, что у тебя есть? Я бы тебя, может, не вырубал тогда. Чисто дунули бы, побазарили. Два кустика и то какие-то недоросших. Вы какие-то бедные наркоторговцы. Что это за хрень?
А, вот еще. Но все равно, слушай, там столько народу наверху, что... Похоже на какой-то охранный терминал. На всех бы-то не хватило по любасу. Так, где моя снайперская винтовка, мне обещали? Вот она. И вот она. Но это какая-то не очень снайперская винтовка, это больше на ружье похоже, с которым на медведя в лес ходят. СР-25. Ес, блин. ЕСС, наверное, и как... какой цвет будет понтовый? Коричневая. Вот. Как говно. Ну-ка. Что-то не очень коричневая, песчаная, я бы сказал. Так, а где же наш продажный приятель? Не за этой дверью. Ой, что такое загорелось? Камеры наблюдения. Ой, вон их там сколько. Вот это рассадник. Заебись. Заебись. Просто заебись. Просто великолепно, блядь. Я не знаю. Я думал, что камеру можно приблизить. Вместо этого главный герой выстрелил. Е-ба-нат. Ищите, ищите, пидоры. Проверьте там. Проверьте там, проверьте тут. Чувачка лишь бы не нашли. Да тут все обкуренные 100%. Посмотрите. Думаете, что они тут? Все на экспорт выращивают для себя чисто. Сосредоточьтесь. Да, сосредоточьтесь лучше. Сосредоточьтесь. Видите, заговариваются, разговариваются. Отличный бросок гильзы. Отвлечение от бога. Пристрели его! Да пошел ты в жопу, пошел ты в жопу пошел, тварь. Так, с контрольной точки, пожалуй. Осечка была досадная, с камерой, с этой дебильной нахрен. Она вообще лучше в нее, блядь, не смотреть было. Все, теперь с постелсу. Здесь я уверен, что я многих смогу... У тебя такие сладкие бутоны? Да, на тебе, в твой бутон. В бутон с правой. Следующий придурок. У меня как-то в комнате росла. Знаете, я спал как младенец просто под этот запах. Это я уже из зависти этого нокаутировал. Так, следующий. А следующий сука стоит. Это что за... Главный герой попытался куст прихватить, пока мимо полз, видите? Но мы его винить-то не будем. Любой бы на его месте поступил бы так же. Чувак, ну ты быстро идешь, блядь. Мне ж тебе не догнать. Получи леща за это. Леща за скорость. Так, ну этот тут сыт, наверное, в уголке стоит. Охрана такая, знаете, как будто итальянская мафия. В подтяжках. У меня герой уже, наверное, скоро руку отобьет просто об их головы. Просто Чак Норрис. Стоддарт объясняет, как все будет работать. Копы подкупают федералов. Мы толкаем наркоту. Копы навариваются. Мы берем на себя риски, а не деньги. Нихера себе. Что работает на старой карте. Интересная версия. В экономике всегда все просто. Не опускать! Какого хрена? Да быстрее вяжи, ёб твою мать. Вот за это время он бы мог уже меня застрелить. Кстати, что кто там говорил, что он хомутами арестовывает, нихера подобного. На всех. Он абсолютно на всех надевает наручники всегда. О, ружье Магнум, нихера себе. А у меня уже есть, я думал, открою сейчас. Так, ну там еще один ходит, пассажирчик. А то он может их развязать, я думаю, надо его тоже спеленать. По-быстренькому, пожалуй. Вот так вот чмок в мосю. В пельменьки. В пельмешки в его пухлые. И следующий. Типа он уснул, что ли, в наручниках? Не знаю. А что будет делать, когда яйца зачешутся? О, макруха. Ну, братан, ты прилип. Забавно встретить тебя здесь. Ага, прикольно. Брось пушку. Ага, прикольно, давай поржем. Бросай чертову пушку. Ник, давай поговорим об этом. Ник, я слежу за этими уродами в фургоне. Отставить. Не вступай с ними в контакт. Ник, выясни, куда они направлены. Что это было, черт возьми? Он спас мою жопу? Так, ничего. Ничего серьезного. Что, кто-то из всех, кого я вырубил, очнулся?
арестовать меня, если мы оба умрем. Через тоннель. Давай, Мендоза. А, это мой новый союзник, нафига себе. О, у меня эмочка. М16, нафига. Серьезно? Интересно, почему? Старушка 16. Охеренно, и в ней было патрона 3 примерно. Интересно, а как же меня посадят? За что, интересно? А ребят своих не отзовешь? Как обычно, не делайте это. Они очень прикольно сейчас друг друга хуями кроют. Ну, типа, подкалывают. Ребят своих отзови, типа он член мафии. Опа, чья это морда тут любопытная высунулась, а? Я надеюсь, этот чувак в следующей жизни котом родится с таким любопытством. Так, чё, с чего я ещё не шмалял? О, нифига, какая пушка, вот это вообще огонь, наверное. Слонобоище такое. Стодор, давай по кустику прихватим, ты хоть на память, на ёлки-палки. Гербарий чисто сделать. Я припарковался на заднем дворе. Пошли. Чё, what the fuck? Что это было? Я надеюсь, это запишется. Так, он припарковал свой ламборджини где-то на заднем дворе. О, да! Еще одна прекрасная ночь в Майами! Кай, где ты? Полкофе. Я почти уверена, что они собираются. Черт. Кай. Сюда, быстро! Кай. Похоже, ей нужна... Ты долго, блядь, хайкать-то будешь? Я тебя арестовал. Мендоза, твоя напарница. Она в беде. Значит, мы поможем ей. Давай. А, он похож, я понял, на Сета Рогена, по-моему, он похож. Комедийного актера, типа. Из несмешных фильмов. Тут разворачивается какая-то внутрислужебная драма прям. Арестовывать или нет этого чувака? Ведь он спас мне жизнь. Но с другой стороны, он собирался торговать ганджей. Она моя напарница. Я так думаю, что мне надо вниз на самом деле, нет? Пошли. Где тут выход-то? А, вижу. Прям на их морды. Незаметно ты отсюда хрен выйдешь, я так понимаю, да? Не, вышел, смотри. Шкардос. Да куда ты, блин? В чем дело? Ну, конечно, они в дожде-то услышали, как звякнула эта жалкая гильза. Какого черта с неба падают гильзы? Это гильзовый дождь, аллилуйя. Я успею выключить это говно, интересно. Интересно, я успею выключить это говно? Очень хочу успеть. Ничего. Оп. Тихо, как шептунчик мышки. Кидаем гильзу, сами ее. Ничего, все нормалек. Все свои пацаны, все под контролем. Зигую всем дважды. Так, индейская старая индейская хитрость, смотрите. Оп. Оп. И оп, вот так вот. Морды об пол и в браслеты. КП, отправляйте машину. Какое КП? Вас поняли, 13. Уходим, уходим по-быстрому, пока стелс. Они сейчас они все отвернулись и заткнули уши. Ля-ля-ля, ничего не знаю. Давай, поднатужься. Нормально. Стелс. Это стелс. Чуваки, это жесткий стелс. Найти хай. И чё? О, тут камеры. Мои любимые камеры, которые меня подводят. А, 5, 6, 7, 8 человек. Все, я посчитал. Да ёп. У народу сколько стрелять, колотить. Хай, плохо слышно, хай. Я перезвоню. Купят теле 2, а потом, блин, пытаются что-то
гудеть в свой гудок. Что это? Что это было? На, нахуй. Это был Джонни летающий кулак, сука. Агента же не Джонни зовут, да? Ну, какие... Шопинг, смотрите. Капт Манкей Пенс. Капитан Макака Штаны? Я правильно понял? Так, сколько там этих придурков? Трое. Приманим. Ну, давай, чувак, быстрее. Шевели манжетами. Где там твой кореш-то? О, вот это было вообще сейчас. Сейчас еще к нему, смотрите, друг идет по карте, вижу. Не двигайся! Его нельзя отнести куда-нибудь, чтобы он тут не мешался. Так, на моем этаже только вон они. Ну, я тут за клумбочкой-то присяду. Нормально, можно пройти. Еще один спереди. Так. С ружьями все, прям Техас. Так, этот, сука, сюда, что ли, идет? Оп. Ползочком. Встали, идем. Оп. Один тут он, да? Ну, не совсем. Так, что? Какого черта? А, не шаги мы и слышим? И что, он сюда подымется сейчас, что? Нифига себе. Конвейер. Нет, он пошел дальше. Он пошел в жопу. Фламетный. Ого. Чувак из группы инициативных граждан. Ты арестован, ты понял? А почему он его не ударил? Типа лишнее насилие, все дела. О, еще чувак идет. О-оу. Стой, где стоишь? Они сами подходят, их по одному просто вяжешь, и это весь стелс. Это типа считается круто и интересно, да? Ну, не буду спорить. С профессионалами этого жанра. Так, а куда идти-то надо? О. О, высоковато. Паркур. А Лана Стойс? Ее держат среди игрушек? Ее похитил игрушечник. Зовите Бэтмена. В Бэтмене наверняка есть какой-нибудь игрушечник, да? По-моему, даже там есть... А, кукольник, по-моему. Ой, да кого только нету в Бэтмене. Там какие... Готэм, сборище психопатов. На чем только там крыша у людей не подъезжала, блин. И кукольник, и хер знает кто еще. Так, а нам надо еще одного арестовать, да, чувачка? Курение вредит вашему здоровью. За это можно получить по рылу. О, нифига, Ларс оф Свиден. Ничего, девочка, на Сашку Грей похожа. Не, посимпотней. У той-то уже щека одна растянута. А, блин. Что это такое? Трава такая на кафеле выросла, что ли? Оп. Что тут, пацаны как-то, смотрите, кучно ходят. О, воспользуемся отсутствием бокового зрения. Да что такое-то? Бам по башке. Бам рылом об пол. Следующий придурок. Вот на. Ой, это был Марк Волберг, что ли? Надо было, что ли, автограф взять, прежде чем у рыла набить. Конечно, но из-за тебя нет. Да. Сейчас я отмычкой поковыряюсь, подожди. Пособничестве. Поговори мне еще. Если еще на ком-то охрана. О, а тут прям дьявольская перестрелка идет. Ни хрена, они ее толпой окучивают и не могут убить. Давай, чувак, по разным этажам. Прикрываем друг друга. Гоу.
Наконец-то война началась, стрелять, колотить. С пляжу. Куда шевелись? Я уже их взял на себя всех. Ник, давай сюда, быстрее! С чего тут все рухнуть-то, идиот? Ты что, тут где-то бомбу спрятал, что ли? Пока все не рухнуло. Или ты думаешь, мы столько дырок в стенах наделали, что фундамент пошатывается, да? Сейчас, смотрите, они дадут мне по башке и меня подставят. Эй, ты в порядке? Видите, что-то она какая-то мутная. Отлично. Тогда берем Стодок. Эй. Люди на это идут. Без него мы не сможем выбраться отсюда. Слышу. Могу тебе пригодиться. Какие хитросплетения, стрелять, колотить. А ему-то что угрожает, я не понимаю. Зачем он-то с нами? Не с места! Не с места, да. О, его тоже не слушаются, смотрите. Ты бы еще, не знаю, чувак, именем закона крикнул. Я имею в виду, это почти как поедет. Не так, что ли? Ага, смотри, не привыкай. Кто-то мордочку такой на двери нарисовал. Вандал проклятый. Может, мой адвокат лучше, чем ты. Мой адвокат лучше, чем ты думаешь. О, что это такое? Нас что, обстреливают из... Из пулемета, с вертолета, что ли, или что? Или метеоритный дождь пошел? Оп! Оп! О, как классно! Пушка огонь, слушайте, вообще просто. Убер-пушка, один выстрел, одна тушка. А еще Наоми Кэмпбелл такая стоит прям, ух. Чуваки, я бегу. Какого нахер Молотова? Ты охренел? Нарушил все конвенции, говнюк. Ого-го. Так, порча государственного имущества от 3 до 5, сука. А, нежданчик. Да что ж ты ни хрена не запрыгнул-то, все попортил мне. Мы могли бы сейчас вообще как Зорро просто... Ехать по эскалатору, по поручням соскользнуть. Что за нахрен? А что, землетрясение? Главный герой кинул зигу кому-то непонятно. Ой, ёпта. А, это ураган все рушит, что ли? Нихера себе, на Майами смерч обрушился. А я там хотел домик прикупить, когда стану знаменитым. Пошло ты в жопу, Майами, господи, дерьмо какое-то. Мы что, в Японии, блин? Откуда здесь такая тряска-то? Охереть просто, меня завалило, вот классно вообще. И снова бежать, да, бежать теперь. Хрен тебе колесо, умри. Против ветра герой еще еле ходит. Господи, это не небоскреб падает хоть, ё-моё. О, ништяк, буквы полетели. Жесть какая-то. Синоптиков бы расстреляли при Сталине за такую хрень. Ой, зато там, наверное, сейчас самый серфинг у них. Ну, давай, очередной сюжетный мега-поворот. На ручнике. Ну что, Ник? Ой. Сержант Карл Стодарт, вы имеете право единственный раз в своей никчемной жизни хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано Мендоза. Против вас в суде. Хватит. Все, что вам потребуется знать, здесь, капитан. Дай-ка угадаю. Он начал эту нарковойну. Подбил одну банду, уничтожить другую, пока никого не осталось.
Мне капитан так него, Дона Уилсона по «Проще дракон» напоминает иногда. У меня куча улик, которые говорят о связи Нельса с грязным детективом из Майами. Но они неубедительные. А я очень верю, что тебе удастся найти последнюю неопровержимую улику. Спасибо. Верю. Верил, может? Ах ты, брат. Какого хрена? Вот и это неожиданность. Просто, чтоб ты знал. Я очень благодарен тебе, что ты вытащил меня сегодня. Это даже выше всяких благодарностей. Я же говорил, что они бабло пилят. Иди нахрен. Ник, не надо. Вы чё, гастарбайтеры, попутались, что ли? Ты в кого тычешь своей пукалкой? Найдет заначку у тебя дома. 33 тысячи долларов. 33 тысячи долларов в носке, блядь. Тоже мне заначка. Конечно же, встанет вопрос. Куда ты дел остальное? Отдал твоей маме чаевыми, когда отжарил ее на прошлых выходных, ублюдок. И не раз. Почему просто не взять бабло? Потому что я честный латинос. Мы старались, Ник. Я был так уверен, что мы найдем местечко для тебя. Но ведь ты уверен, что ты один из хороших парней. Да? Не бывать этому, сынок. Твои глаза будут моргать на моих пальцах, клянусь тебе, ублюдок. Он сейчас заплачет, смотрите, у него глаза полные слезок. Он не может поверить, что в США продажные копы, которые клялись на флаге Библии, кошмар. Ну а как детектива Мендозу будут приходовать в душе, мы уже посмотрим в следующей серии, в следующем эпизоде. Так что что-нибудь пишите, чего-нибудь жмите и все такое.